Всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, а это значит, что сегодня будет что-то охуенное. Сегодня на канале увидите награды за Food Champions, крутые паки за Pixel бичей, два топовых пака, которые вытащила мне моя девушка. То есть много чего интересного будет, поэтому присаживайтесь поудобнее, погнали. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Вот, пацаны, ловите несколько скринов, доказывающие то, что мой метод реально пиздец какой рабочий. После моего видеоролика вчерашнего посыпались вот эти вот все скриншоты, и все благодарили меня за то, что ловили топовых игроков. Да, пожалуйста. Влепите лайк на удачу, и мы пошли открывать награды за Weekend League. Золото 1, 2 больших набора и 50 тысяч монет. Это более чем заебись. И главное, чтобы в паках тоже было заебись. Ой, блин, я волнуюсь. Я просто очень волнуюсь, пацаны. Вы просто не представляете, как. Это два пака по 100 тысяч монет. Таких больших паков еще не было никогда за историю FIFA 18. И поехали. Первый пак. Давай, Weekend League. Не зря я потел. Не зря старался. Я очень сильно надеюсь, что не зря старался. Так, золото. Так, ну, собственно, окна. Это все понятно. Италия. Элфа. Синяя, значит. Ну, что-то даже не знаю. 85 рейтинг. Он стоит 30 тысяч. Ну, типа, блядь. Ты не так ждаешь, когда открываешь пак за 100 тысяч. Хотя, может, внутри что-то будет. И пищик, шмельцер. О, боже мой, серьезно, что ли? Первый пак за 100 тысяч. Хотя, подождите, муса тут есть, который наверняка что-то стоит. 7 тысяч. Но он подешевел уже, да. Эй, чувак. Пак открыть не хочешь? Да, давайте доверим покупник вот этой вот штуке. Потому что, ну, мне не повезло, откровенно говоря. Поэтому, типа, камон, давай, обезьянка, захуярь. Сделай грязное дело. Просто вытащи мне что-нибудь пиздатое. Я тебя очень прошу. Близики. Блядь, опять обычная карточка. Хочется икону какую-нибудь увидеть. Блин, не знаю. Опять итальянец. Серьезно? Маркизио. Бля, 85 это мой максимум, видимо. Ну, ёб твою мать. Ну, вот как-то хотел с волкаут какого-то, что ли, блять, я не знаю. Ну, Маркизио тоже стоит тысяч, там, не знаю, 40, наверное. Плюс-минус. Так, смотрим. Лукас. Да, кроме Маркизио здесь никого нету. Маркизио, кстати, стоит-то нормально. 50 с чем-то штук. Я вам скажу, это довольно-таки нормальный улов. Но, опять же, типа, паки по 100 тысяч, как-то хочется там видеть что-то... Нечто охуенное, понимаете? Ну и, собственно, сейчас вы увидите пакетики, которые я открывал уже вне записи. Ну, как вне записи? То есть я включал запись и без вебки щелкал там с девушкой пакетики. Какие-то она открывала, какие-то я открывал. И, собственно, там дохерища чего крутого. Поэтому всем приятного просмотра. Всем приветик. Можешь, когда хочешь, блядь. Вот что я хотел сказать. Это пиздец. Я не знаю, как ты порой вот так вот делаешь, просто берешь, вытаскиваешь, играет уже 200 тысяч, блядь. Это заебись. Это хорошо. В общем-то, пацаны, вот такой вот видеоролик у меня получился. Награды за Weekend League, возможно, были не самые топовые, но... До этого, как вы видели, мне падали крутые пацаны Мбаппе. Девушка моя принесла, спасибо ей огромное. Там информа какого-то она еще принесла, Банучи. Ну и, собственно, мой непродаваемый клуб еще пополнился Марсиалем. Что меня не может не радовать. Всем спасибо большое за внимание, с вами был я, Панда FX. Всех люблю, целую, обнимаю и покедова.